Всем большой привет! Я рада вас видеть на нашем канале. Сегодня мы с вами в магазине «Светофор». И для вас обзор очередных новинок, представленных в этом магазине. Обзор будет интересным, новинок много. Смотрите это видео до конца. Адрес магазина – город Каменск-Уральский, улица Олега Кошевого, дом 3. Приятного всем просмотра! Вот новинка первая – силикогелевый наполнитель. Торговая марка «Демур». Блокирует запахи, экономный расход, гипоаллергенный, моментально впитывает влагу, не имеет запаха от душек и красителя. 4 литра, цена 170,50. Идем дальше. Так, посмотрим, что нового увидим. Новшество, игрушки переложили в правый ряд. Здесь книжки, картины по номерам. И вот вижу тоже новинка, сетка садовая. 10 метров длина, ширина 1 метр. Садовая решетка, декоративное ограждение, ограждение для птичников. Поддержка растений с длинными стеблями. Ширина ячеек 15 на 15 миллиметров. Цена такой сетки садовой 410 рублей. Протект регион Россия. И вот еще какая сегодня замечательная новинка. В продажу поступили наборы семян 2 в одном. Наборов очень много, и не всем это так интересно. Для начала я назову, что входит в первые 3 набора овощей, а в конце видео перечислю еще 6 наборов. Про оставшиеся 5 наборов цветов я расскажу в следующем видео. Так, давайте посмотрим этот набор. Редис краснодарская, редис розово-красный с белым кончиком, редис жара, редис 18 дней и редис заря. Замечательные сорта. Капуста белокочанная, подарок, белокочанная июньская, первый грибовский, капуста цветная, тоже хорошие сорта, свекла столовая бордо, детройт, египетская, красный шар и цилиндр. Ну вот из этих мне все нравятся, кроме цилиндра. Смотрим дальше. Так, что у нас на верхней полке? Покрывало ультрастеп 150 на 210. Цена его 362 рубля. И вот одно было покрывало распаковано. Я не утерпела, конечно, его развернуть. Посмотрите, какая красота. Такое лето ворвалось в магазин. Подсолнухи и бабочки, и розочки. Покрывало двухстороннее. Обрамлено кантом. Покрытие микрофибра. Внутри синтепон. Есть другие расцветки. Вот такое светло-сиреневое. Если вы любите зеленые оттенки, вам понравится вот такое покрывало с белыми цветами. Покрывало не мнется, отзывы хорошие. Красивая строчка, пошив аккуратный. Шампунь для волос, новинка. Посмотрите, какая прелесть. Мать и мачеха и овсяное молочко. Эффективно очищает волосы и кожу головы, делает волосы более мягкими для сухих волос. У кого сухие волосы? И вы ищете для себя шампунь, попробуйте вот такой. Шампунь «Весна». Мать и мачеха. Замечательный состав. Делайте паузу на видео и читайте состав. Кому подходит такой состав? Напишите потом, пожалуйста, комментарий, кто уже купит такой шампунь. 430 грамм, 32,90. Рядом крем-мыло для рук, свежесть цитруса и гипоаллергенное сиреневое, светло-сиреневого цвета. Не вызывает аллергических реакций. 500 мл, 33,90. Бутылочка с дозатором. Очень удобно. Гель для душа. Выгодный для всей семьи. Фруктовый коктейль. 500 мл, 29,90. Вот такое средство для посуды. Бархат. Выгодное. Добавлением яблока. 26,50. Добавлением аромата яблока. И вот такое жидкое мыло персик. Его разобрали быстрее. Осталось всего 2 бутылочки в этой коробке. 22,90. Мыло жидкое, хозяйственное. Очень хорошие о нем отзывы. 72% эффективно удаляет пятна. Мыло жидкое, антибактериальное, бархат. 1 литр 35,90. Мелодия ароматов. Сирень, освежитель воздуха. 400 мл. Смотрите, какая замечательная картиночка. Надо будет взять домой. Торговая марка «Палитра Круиз» 400 мл, 36,50.
производитель CBR, Россия, и диклофос. Если вы ищете вот такой интексид для борьбы с насекомыми, то в Светофоре в продаже вот такой диклофос. Торговая марка Варан, диклофос Форте, улучшенная формула, без запаха, объем 608 мл, цена 123,90. Ну, корзинки для посадки луковичных. В прошлом видео я очень подробно все рассказала о ней. Цена 18,50, размер 306 на 270 на 75. Так что, кому интересно, посмотрите предыдущее видео, ссылочку оставлю. Набор для рассады агроном 1 литр. Эти горшочки умещаются вот в таком поддоне. Размером 60 сантиметров длина, ширина 24 и высота 13 сантиметров. Материал полипропилен. Тоже в предыдущем видео все это подробно показала. 118 рублей ИП Паньков. Набор торфяных горшочков 80 на 80, 20 штук в упаковке, 44 рубля. Мне не получается в них выращивать. Удобрение классическое. Нитрофоска 1 килограмм. Великан, комплексная гранулированная, и весенняя, органы минеральные удобрения. Цена 39 рублей. Давайте заглянем в холодильное отделение. Слева расположены продукты молочного отдела. Сметана «Свежая лужайка», 20% жирности, вес 400 грамм, цена 24,50. Это сметана с заменителем молочного жира. Того же производителя творожная масса, также с заменителем молочного жира. Массовая доля жира 9%, вес 650 грамм, цена 48,90. Творогосодержащий продукт деревенский, тоже с заменителем молочного жира, 18% жирности. 1 килограмм в мягкой упаковке, цена 97,50. Напиток йогуртный «Кампино нежный» со вкусом персика, без заменителя молочного жира. Бутылочки напитка 470 грамм. Цена 35 рублей. Производитель ООО «Кампино», Россия. Бранд-коктейль со вкусом ванильный пломбир, без заменителя молочного жира. Процентное содержание жирности 4%. Вес 260 грамм. Цена 42 рубля. Производитель ООО «Эрман», Россия. Вот очень хороший плавленый сыр «Президент» сливочный, слайсы, без заменителя молочного жира, 150 грамм в упаковке, цена 54,50. Сливки питьевые для кофе, порционные, 10%, без заменителя молочного жира, 10 штук в упаковке, по 10 грамм, цена 28,90. Производитель ООО «Кампино», Россия. Сыр «Дружба» плавленый, без заменителя молочного жира, 400 грамм в упаковке, цена 85,50. Изготовитель ООО «Прогресс», Россия. Сервелат венский, копчено-вареный, особый, из мяса птицы, без указания сортности. Вес батона 750 грамм. Цена 130 рублей за упаковку. Изготовитель КПК, Россия. Вот еще производителя «Омский бекон». Сервелат доброславодский, полукопченый, масса батона 1 килограмм. Цена 181,50. Шейка фирменная, копчено-вареная, из свинины в вакуумной упаковке. Цена 350 рублей 90 копеек за килограмм. Производитель «Омский бекон», Россия. Бекон баварский, первой категории. Продукт мясной, из свинины, варено-копченый. Целый кусок в вакуумной упаковке. Производитель «Сибирская продовольственная компания». Цена за 1 килограмм 290,90. Посмотрите, какой симпатичный набор для холодца. Замороженный из свиных ножек. Ножки мелко нарубленные, чистые, аккуратные. Цена 65 рублей. Еще одна новинка. Масло подсолнечное, рафинированное, урожайное. Вымороженное. Интересно. Технология его производства предусматривает вымораживание. Изготовитель «Благо», Барнаул, Алтайский край. Такое мы еще не пробовали, честно вам скажу. Поделитесь, пожалуйста, своим комментарием. Цена за 1 литр 59,90. И вот еще есть такое масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, «Солнечная линия». За 5 литров цена 300 рублей 90 копеек.
Россия. Новинка. Кофе гранулированный, ароматизированный. Итальяно бленд. Застежка zip, сохраняя свежесть продукта. Цена 78,50 за 180 грамм. Производитель кофейная компания «Вокруг света». Рядом такая же торговая марка «Итальяно Бленд». Кофе сублимированный с добавлением молотого. Тоже многоразовая застежка zip, сохраняя свежесть продукта. Производитель кофейная компания «Вокруг света». 150 грамм, цена 100 рублей. Ну и с круп посмотрим. Крупа манная шадринская, 800 грамм, 20,50. Выполнена по ГОСТу. Содержит глютен. И каша кукурузная. Быстрого приготовления. Экопродукт. Не требует варки. Цена 21,90 за 200 грамм. Каша пшенная такая же. Не требует варки. Экопродукт. Кукурузная и пшенная. Мука хлебопекарная шадринская. 10 килограмм упаковки. 228,90. Вот замечательная совершенно лапша домашняя яичная. 700 грамм. Варить 5 минут. 45,50. Производитель Вито, Россия. На обороте есть рецепт, как изготовить лагман. Макароны Рахимов. Группа А. Перышки. Сорт высший. Состав мука твердых сортов, вода питьевая и куркума. Двух видов. Вот такие перышки и рожки. Цена 32,90 за 750 грамм. И вот еще макаронные изделия, твердый знак группы А. И вот еще макаронные изделия, спагетти. Группа А, высший сорт. 3 килограмма в упаковке. Состав мука из твердой пшеницы, высшего сорта, вода. Цена 134,90. Саратовская макаронная фабрика, Россия. Огурец засолочный, журавленок, кустовой. Изящный и либелла. Я люблю либелла сорт и изящный. Вот такие я, похоже, сегодня куплю семена. Набор семян номер 22. Здесь в полиэтиленовом пакете находятся сами семена. Более подробно написано. Так, томаты посмотрим. Томат Санька, перец сладкий купец, томат Джина, бычье сердце и перец калифорнийское чудо. Тоже очень хорошие сорта. Горох овощной Альфа. Глориоза, горох овощной, горох детский сахарный и амброзия. Кто интересуется горохом, вот есть такой даже набор симпатичный. 26-й набор. Базилик фиолетовый, укроп, базилик зеленый, кучерявец салат и петрушка обыкновенная листовая. Так, посмотрим кабачки грибовские, цукини желтоплодные. Еще одно цукини зеленое, тыква. Тыква улыбка и тыква стофунтовая. Такие я семена не знаю, тыквы. А кабачки грибовские замечательные. И вот еще какие семена зелени. Так, руккола гурман, укроп кустистый, щавель бельвильский, лук батун апрельский и кориандр бородинский. И стоят эти наборы у нас 17 рублей. Набор семян 5 в одном. Овощи, цветы. Ефременко, производитель Ефременко, Россия. Вот, приходите, пока полные коробки еще семян. Сегодня мы посмотрели много новинок. Видео пора заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. Если видео вам понравилось, я была в чем-то вам полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы первыми узнать о новом видео. Пожелаю вам огромного здоровья и удачных и нужных покупок. Мы обязательно увидимся с вами очень скоро. Всем пока!